Сегодня депутаты городской думы встретились на очередном заседании. Парламентарии рассмотрели вопросы, касающиеся правил землепользования и застройки, порядка предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления, а также обсудили исполнение муниципальной программы развития системы образования. В этом году на обеспечение безопасности дорожного движения округ потратил более 63 миллионов рублей. По словам губернатора Дмитрия Кобылкина, на Ямале утвердили перечень неблагополучных участков автотрасс и первоочередных мер предотвращения ДТП. В этом году ликвидировали 2 очага аварийности на региональной дороге и 1 в Новом Уренгое. В 2017 году в районе Карачаева откроют новый спортивно-оздоровительный комплекс, построят детский сад на 240 мест и сдадут жилой дом. Счастливыми обладателями квартир станут участники программы переселения из ветхого и аварийного фонда. Темпы строительства оценил главный архитектор Нового Уренгоя Евгений Ворошилов.